Универсал Jaguar XK150 с деревянным кузовом выставили на продажу. На британском портале Carson Classics появилось объявление о продаже универсала Jaguar XK150 1960 года выпуска. Единственный в мире универсал Jaguar XK150 оценили в 45 тысяч фунтов, что составляет примерно 4 миллиона 700 тысяч рублей по текущему курсу. Стоит отметить, что официально Jaguar XK150 выпускался только в кузове купе и родстер, а этот универсал был построен умельцем-частником в конце 70-х. Автомобиль был построен британцем Джеффри Стивенсом, который был химиком по профессии. Супруга Джеффри захотела более практичный автомобиль, нежели их купе Jaguar XK150. Стивенс решил не покупать новый автомобиль, а перестроил машину в Shooting Brake. На постройку машины ушло более 2 лет. Jaguar XK150 был совмещен с Morris Minor. Изучая опубликованные фотографии, можно заметить, что салон машины весьма сильно потрепан и, видимо, использовался для семейных поездок довольно часто. Однако же в объявлении указан пробег 16 тысяч километров. В 1980 году универсал был продан во Францию. В 2008 году машина вернулась на родину. Владелец заявляет, что автомобиль находится на полном ходу, но требует определенных вложений. Под капотом располагается стандартный 190-сильный двигатель рабочим объемом 3,4 литра, совмещенный с механикой.